Мужские и женские футболки, майки. Так, размер указан 20-й. ХБшная женская футболка. Так, 8-й размер. Тут тоже хлопок. Размер маленький. С небольшим износом данная футболка. По-моему, тоже женская. Размер указан XL. Так, и здесь у нас в составе 85% хлопка и 15% вискозы. Износ небольшой есть. Так, женская футболка. Еще одна. Размер, по-моему, средний, небольшой. Майка ХБшная. Размер указан XL, марка Esprit. Так, какая-то что-то... Блеск какой-то есть. Как-то не такая футболка. Так, размер 40-42. Хлопок. Соответствует 46-48 российскому размеру. Это у нас Англия. А данный мешочек весит 15 килограмм. Еще одна спортивная майка среднего размера, М-ка. Хлопок и эластан в составе. S-ка, футболка женская маленького размера, ХБшная. Так, L-ка, женская футболка. В основном футболки женские. Размер большой, в составе хлопок. Женская футболка марки Джанин, размер указан 38-й. Так, судя по воротнику, есть незначительный износ, но только тут по воротнику. В основном все хорошо. Хлопок, майка марки Оливер, размер указан 40-42, то есть получается 46-48. Хлопок Street One, 38-й размер указан. Так, цвет, по-моему, немножко уже не такой, каким должен быть, да? Выгорела футболка. Далее, мужская футболка среднего размера М-ка, тоже ХБшная. Папайя, женская майка. Тоже вот цвет здесь уже немножко посветлее. То есть небольшой износ на лицо. Женская футболка марки Next. Размер указан 18. Это у нас соответствует 52 российскому размеру. ХБшная футболка. Так. Тоже вот износ, судя по воротнику. Не могу сказать, что износ тут не заметен. Заметен. Есть. Так, мужская футболка марка Top Man, размер 2XS. То есть футболка совсем маленького размера. Желтые пятна под мышками. Вижу, говорю. Так, далее женская футболка марки Перун, размер указан 20, достаточно большой размер. Марка Next указан 12, соответствует 46 российскому, тоже ХБшная футболка. А марка Esmara, размер M средний, то есть примерно 46-48 получается российский. Мужская футболка... 100% хлопок в составе, размер маленький, правда, S. Так, вот тут, по-моему, цвет немножко желтовато, да, чуть-чуть есть. То есть изменение цвета тут. А марка Zara, размер средний M, вискоза. Джордж, хлопок. Состояние хорошее. Мужская, по-моему, белая футболка. L-ка, правда, уже не совсем белая. Воротник чуть желтоватый. Марка Puma. Футболка с износом. 2XL. Тут и воротник уже растянулся. Да и цвет уже, к сожалению, изменился. Так, M-ка. Футболка женская среднего размера. То есть примерно 44-46, наверное. 46-й. H&M. S-ка. Размер маленький. Так, здесь бирки нет, к сожалению. Некоторые футболки вот попадаются с износом. Женская футболка. Размеры разные. Есть средние, маленькие, большие. Маечки вот тоже попадаются. Футболка большого размера L-ка. Это полиэстер. Далее мужская футболка большого размера XL. Состояние хорошее. Хлопок. Женская футболка небольшого размера. Так, это у нас мужская, по-моему, футболка. Размер 2XL. Марка Angelo Litrica. Хлопок. Далее 2XL марка Оливер, женская футболка большого размера, да, как видите. Вот сейчас будет маленькая футболка, это S-ка. Вот сравнительно, да, для сравнения. А, износ есть. Воротник слегка растянутый. А, марка Esprit, тоже воротник, видите, неровный. S-ка. 176 сантиметров здесь указан рост. Так, далее S-ка, женская футболка маленького размера. Новая маечка с этикеткой. Женская футболка среднего, небольшого размера.
Так, женская майка марки Джанина, размер указан 42 европейский, соответствует 48 российскому размеру Элька. Мужская, по-моему, футболка большого размера. Так, в основном все из хлопка, синтетики крайне мало здесь. Размер маленький, эска в отличном состоянии, вот женская футболка. Далее тоже эска, размер маленький H&M, XS, марка Tom Taylor, XL, Jack Jones, мужская футболка, M-ка вроде. Эсмара размер L, женская футболка. Так, H&M, женская майка. 46-48 это женская майка большого размера, примерно 52-54 воротник. Видите, да? Так, тут размер, к сожалению, не указан. Если не ошибаюсь, мужская футболка. H&M, S-ка, размер маленький. Это у нас XL. Тоже воротник уже весь вышел из себя. А, M-ка, размер средний. S-мара, S-ка. Esprit, M-ка. То есть примерно 48-й, наверное, российский размер в данном случае. Так, далее марка Promote. Напоминаю, что это футболки Англия, весит данный лот 15 килограмм, то есть мешочек небольшой. 92% вискозы указано в составе. Маечки, футболки. Так, вот спортивная футболка в составе 100% полиэстер. Это у нас Бинотти, размер M, хлопок, примерно 46-48 размер. Здесь Street One 42 европейского размера. Так, M-ка. Состояние хорошее, просто на некоторых футболках есть износ, наблюдается. Это где-то воротники растянутые, где-то цвет уже, да, выгоревший. Или застиранные футболки. Такие у нас были. Так, вот тут с внутренней стороны, видите, то ли след от помады, то ли что. S-ка, размер маленький, женская футболка. Так, это у нас M, майка среднего размера. S-ка. Размер маленький, женская футболка. Вот тоже воротник здесь слегка растянут. S-ка. Размер маленький. Так, XL. Шестой размер. Марка Blue Motion. Размер маленький S. 48-й указан европейский, соответствует 54-му российскому размеру. Марка Orsay. Так, H&M XS. А далее Blue Motion L-ка. Zara, размер маленький S. Тоже вот на воротник обратите внимание. L-ка. Марка Tom Taylor, размер маленький S-ка. Так, здесь у нас М-ка, мужская футболка среднего размера. Тоже воротник мне тут не нравится. Микки Маус. Марка Амисо, размер указан маленький, S-ка. Так, это Пума XL, женская футболка. Тоже по воротнику есть износ. Женская футболка, ТБшная. Так, марка Orsay. Тоже вот воротник. Ну, воротники, они обычно растягиваются, поэтому сразу смотрю туда в первую очередь. К тому же бирка рядышком здесь. Воротник с износом, по-моему. Марка Amisu, размер XL. Так, женская футболка марки Street One. Размер указан на 40-й европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Марк Спенсер. Так, 48-й размер указан европейский, соответствует 54-му российскому. Видите, воротник уже сильно растянут. Тут уже ничего не поможет. Размер 2XL. Так, Esprit XS. Only S-ка.
Новая майка, по-моему, с этикеткой. Так, футболка марки Esprit. Тоже вроде цвет выгорел. Далее женская майка небольшого размера. Еще одна вот маечка на подходе. Размер 12 соответствует 46 российскому размеру. Так, это Элька. Тут у нас марка, не знаю какая, K Large Girls написано. Элька указан размер. Прикольная вроде футболка женская. Мужская футболка большого размера XL. Так, воротник с износом. Видите, вот тут полоска проходит. Износ есть. И цвет тоже уже не такой яркий. М-ка, размер средний. Тоже вот с износом футболка марки Оливер. Размер М указан, воротник уже растянут сильно. И последняя футболка из этого мешка большого размера Элька. О, тут видите, уже все выгорело. Вот, например. Вот такие вот футболки. На этом все.